Good evening. I'm so sorry. My computer always asks upgrade, so I cannot get in. Добрый вечер. Я извиняюсь. Мой компьютер все время просит обновиться, и я вовремя не успел войти. Okay. So, let's see. Today we talk once more about the diabetes because I got many questions and some have good results, some said so not good result. So what's the difference? И сегодня мы снова будем говорить о диабете, и я также получаю письма, и в некоторых говорится о том, что они получили хорошие результаты, а кто-то говорит, что не получил хороших результатов, и в чем же разница? Okay, good. Okay, now let's see. Why some people get very good result, some can't get good result. А сейчас давайте рассмотрим, почему некоторые люди получили хороший результат, а некоторые не получили хороший результат. As we know, diabetes have many reasons. Как мы знаем, у диабета есть множество причин. Not everybody is diabetes. The sugar's level too high connects only with liver and pancreas. И не только у людей, у которых имеется диабет и высокий уровень сахара, связан с печенью и поджелудочной железой. Like what we said, lungs problem, spine problem, especially low back, kidney problem, intestine problem. All these problems, even nerve problem, nervous, emotional, can make the sugar's level high. И как мы говорили, это может быть связано и с легкими, проблемы с легкими, и проблемами со спиной, в особенности поясницей, и проблемами с почками, а также с нервами и эмоциями. И все это может воздействовать на высокий уровень сахара. So, and also some people already had many years diabetes, and then the pancreas inside cells really like died or damaged, not active, cannot produce insulin. А также у людей, у которых давно имеется диабет, действительно обнаружено, что в их поджелудочной железе имеются много умерших клеток, и они не могут производить хорошо инсулин. Поджелудочная не может хорошо производить инсулин. To regenerate cells of pancreas at least need 1 month. И для того, чтобы регенерировать клетки поджелудочной железы, по крайней мере, потребуется 1 месяц. For that diabetes, the cells still living, but the blood circulation not good or some damage,
and the liver's function low, also some cells lazy. In this case, we can wake up lazy cells or repair damaged cells quickly. И для такого случая диабета, когда ленивые клетки поджелудочной железы имеются или они поврежденные клетки поджелудочной железы, а также, может быть, и поврежденные клетки в печени, тогда мы можем использовать метод пробуждения для того, чтобы пробудить эти поврежденные ленивые клетки. Yeah. Нам нужно их пробудить. Yeah, so anyway, you need to do it longer time, for 1 month, every day, at least once or twice. So for 1 month or 2 months. И для этого вам потребуется хотя бы на протяжении месяца делать каждый день или даже дважды, вам потребуется месяц или 2 месяца для того, чтобы регенерировать поврежденные клетки. Yeah, this is why some people quick, some people slow. И вот поэтому у некоторых людей происходит быстрее, а у некоторых медленнее. So anyway, we have to wake up livers. We need to wake up liver cells, pancreas cells. И все равно нам нужно пробуждать печень, пробуждать поджелудочную железу, пробуждать клетки печени и клетки поджелудочной железы. Another question. When your sugar's level already decreased, don't stop insulin or tablet at once. You need day by day, yeah, a little bit, and then a little bit decrease your medicine. И еще возникающий вопрос – это об инсулине. Не нужно прекращать принимать инсулин, если ваш уровень сахара в крови понизился. Вам нужно шаг за шагом понижать уровень. В один день пониже, поменьше дозу и так далее. Шаг за шагом, меньше и меньше. Right. It just need time. And also, at the beginning we introduced, we need to give the body a period of time to repair it. During this period of time, we have to make the natural procedure. Don't eat carbohydrate. Let's naturally, not medication decrease, not insulin decrease the sugar's level, but naturally. Take much less carbohydrate, less blood sugar level normal. During this period of time, our body can repair it quickly. И этому требуется время. И еще момент. Для вашего тела естественным способом нужно время для того, чтобы восстановиться. И вы не только будете, вам не только не нужно или вам не следует прекращать прием инсулина сразу, но вам нужно позволить вашему телу восстановиться, и здесь основное в том, чтобы не принимать большое количество или содержание углеводов. Вам нужно позволить вашему телу естественным способом восстановиться, и это требует времени. Okay, so now let's wake up the liver. А сейчас давайте пробуждать печень. Another question is. Another question is how we can get better result
И еще один возникающий вопрос – это как мы можем получить результат лучше, лучший результат? That means when I use the mantra to heal your liver, your pancreas, you have to completely receive this healing. And in this way, the result is the best. В этом случае, когда вы слушаете, как я произношу мантру, вам нужно полностью принимать это лечение, и тогда восстановление будет наилучшим. Результат будет наилучшим. The idea, the here, the way is, you can imagine you are me. Yeah, you visualize your organ, like me, to say bigger, da, xiao. You also, with your mind, pronounce da, xiao, da, xiao. Let your liver bigger, smaller. Your pancreas bigger, smaller. В идеале будет, если вы будете представлять, что вы – это я, и вместе со мной чувствовать, как ваша печень или ваша поджелудочная железа следует за словами «да», «сяо», значит «больше», «меньше». И своим умом вы также произносите эти слова и делаете вашу печень и поджелудочную железу больше и меньше, больше и меньше. Okay, so now you also pronounce with your mind, look at, visualize your liver with your mind, read the mantra or read the follow me. Let your liver da xiao, da xiao. Вы следуете за мной и своей печенью, своим умом. Вы также произносите эту мантру, также произносите больше, меньше, и чувствуете, представляете, как ваша печень становится больше и меньше. Together with me. Da xiao, da xiao. Feel your liver. Da bigger, xiao smaller. Вместе со мной. Произносите «да», «сяо», «да», значит «больше», «сяо», «меньше». И своим умом вы делаете вашу печень, произнося «да», «больше», «сяо», «меньше». No, let's start. Сейчас давайте начнем. Да, сяо, да, сяо, да, сяо, да, сяо. Da xiao, 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 da xiao. 大小，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 大小。 大小，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 大小。大小，大小，大。
小，大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 小，
Да, сяо, 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 хуа, 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 хуа,
Хуа. 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 Хуа.
Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Хуа. Could you please turn on the microphone? Okay, so now we are going to wake up pancreas. А сейчас мы будем пробуждать поджелудочную железу. Okay, let's see. Strange. I get confused. Странно, я запутался. Okay, now also
Also, with your mind together, listen to me with your mind together with me, unify with me, let your pancreas bigger, smaller. Хорошо, а сейчас с помощью вашего ума также объединяйтесь со мной, следуйте, и пусть ваша поджелудочная железа становится больше и меньше. Да, сяо, 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 да. Да,
小，大，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 小。
大小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 。Окей. Хорошо. Okay, tomorrow we continue about insomnia. А завтра мы будем продолжать по поводу бессонницы.
We hope next week once more about the diabetes. И надеюсь, на следующей неделе снова повторим о диабете. And because more questions and some people need continue to get better result. Потому что возникает больше вопросов, и для некоторых людей нужно продолжать это делать для получения лучшего результата. Okay, that's all for today. Thank you very much. Good night. Это все на сегодня. Большое вам спасибо и спокойной ночи.